здравствуйте, и позвольте разжечь. Внешне спокойный и тихий февраль, тем не менее, на самом деле бурлил политическими событиями. И об итогах политического февраля мы сегодня беседуем с известным политологом Андреем Пиантковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день, Александр. Февраль ознаменовался с легкой руки Алексея Навального скандалом в Государственной Думе, так называемым пехтингом. О пехтинге славном замолвите слово. Вот я бы с вами немного поспорил, с легкой руки Алексея Навального или с тяжелой длани Владимира Путина. Вы же понимаете, что когда на утреннем заседании, я уже не помню какого числа, Пехтин зашел на эту Голгофу и объявил, что он уходит, то это он сделал не корости ради, а токмо по повелению пославшего туда администрации президента. Мне кажется, да, и кроме того, мы же говорим не о Пехтине, мы говорим о Пехтинге. Это уже с полдюжины депутатов или последовали его примеру, или предшествовали. А некоторым даже было достаточно показать орудие пыток. На них такое впечатление произвела производственная разборка дела товарища Михеева, что парочка миллиардеров совершенно без всякой инициативы ни Навального, ни Путина на следующий день подал заявление об уходе. И ко всем им Навальный не имел никакого отношения. По-моему, это начало той абсолютно классической и рутинной для авторитарных режимов операции, ну, которая условно называется «огонь по штабам». Так она называлась во время китайской культурной революции. Но Мао Цзэдун был далеко не первым. У него были такие предшественники, как Иван Грозный, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и, так сказать, далее по списку. Скоро 60 лет со дня смерти Сталина. Да, и, кстати, мне какие-то такие параллели, мне кажется, не случайными. Ведь вот эту операцию «Огонь по штабам» вторую по масштабу после 1937 года, Иосиф Виссарионович начал как раз, ну, начал он своим историческим выступлением 16 октября 1952 года, но такую решающую стадию она вступила уже вот в эти январские, февральские месяцы 60 лет назад и кончилась неожиданно так называемым Чейнстоксом. Я вот человек не молодой, я помню, как вот мы все в школе и наши родители, мы впервые услышали это невиданное слово «Чейнстокс». Это дыхание такое. Да, и оно так как преследовало нас там 3 или 4 дня после того, как было официально объявлено, что великий вождь скончался. Ну, это как-то мы немножко в сторону. А вот суть этой операции в том, что на каком-то этапе, так сказать, дракон как бы должен сбросить кожу старой номенклатуры, погрязшей там в разврате, коррупции, и окропившись вот святой водицей расправы, предстать перед окаянным народом, добрым молодцем, готовым выполнить все самые его заветные чаяния. Он и в Сочи сбросил эту шкуру. Это значит, да. Нет, началось это в сентябре. Он, так же, как у Сталина, это все же не в один день. Это, помните, он шокировал всю элиту законопроектами о запрете на счета, недвижимость. Тогда это казалось неудачной шуткой. И даже довольно дерзко в той или иной форме отрицательную реакцию свою высказали и Медведев, и Нарышкин, и Степашин, и, ну, не помню еще, такого же масштаба люди. Вот. Потом еще было несколько разгонов. Разгон в Сочи, разгон с Гидро. Вот после Гидро замечательно такой молодой человек, такой упитанный, спортивного вида, главный там в этой Гидро, сказал, для нас, работников Росгидро, это был критика Владимира Владимировича, это вдохновляющий пинок. Вот это уже более адекватная реакция, чем такая легкий скептицизм
ранней осени. Это такой классический огонь по штабам. И я вам скажу, почему это не, ему совершенно необходимо перехватывать тему борьбы с коррупцией. Ну, во-первых, мы видим, как популярен вот на том же поле Алексей Навальный. А потом ведь не только Алексей, но и другие. Борис Немцов пишет о коррупции. Борис Немцов, Бюковский. Да, мы с вами неоднократно обсуждаем эту тему. Благодаря всем этим нашим коллективным усилиям сложилось твердое убеждение, такое коллективным нашим народным сознанием, что все они воры, включая первое лицо, кстати. И вот можно по-разному оценивать значение и масштаб акции протеста, но когда десятки тысяч идут в центре Москвы и скандируют «Путин вор», а тысячи ОМОНовцев как-то, так сказать, задумчиво, сочувственными взглядами их провожают. Это очень опасно, это для власти. Дальше терпеть это нельзя. И он хочет перевернуть доску, став сам борцом с коррупцией. Но ведь 2 марта не будут кричать «Путин вор». 2 марта, наоборот, тут Астахов, Кургинян, нашисты, так называемые русские матери собирают большой путинг или как там, митинг, марш в защиту детей. Опять вот им эта тема покоя никак не дает. Это что, совсем уже окончательное падение под плинтус в истории с Кириллом Кузьминым? Нет, ну если был марш против подлецов, должен быть и марш подлецов. А вот в отношении господина Астахова, например, и ему подобных, эти слова вполне допустимы. Понимаете, подлость ведь в чем? Они абсолютно подменяют понятие. Вот я думаю, что этот марш будет подходить под лозунгом «Мы должны сами в нашей стране усыновлять наших детей». Я тоже согласен с этим. И я готов пойти на марш под таким лозунгом. Но имеют в виду они другое, ведь закон антимагнитский реализует совершенно другую идею от того, что там написано, завтра не будут тысячи людей брать приемных детей. Кстати, у Кургиняна, его жена, по-моему, президент, вот он назначил ее президентом этой федерации родителей. Вот если бы они взяли 10-15 детей с синдромом Даунова, церебральным параличом и все свои, наверное, достаточно солидные средства, которые они заработали самоотверженным трудом на благо администрации президента, посвятили их лечению, воспитанию, образованию. Я бы сказал, что это замечательные люди. Но они-то выходят для того, чтобы больные дети, которых никто не берет в России, лишились своего единственного шанса на жизнь у приемных родителей в Соединенных Штатах. Вот о чем идет речь. Сколько же можно морочить друг другу голову? В России появился 21-й политзаключенный по делу 6 мая Александр Марголин. Власть закручивает гайки. Эта резьба, она что, бесконечна или сорвет все-таки? Ну, где-то они должны вывести этих людей на процесс. Сначала они говорили в марте, теперь следствие продлевается до 5 апреля. Более того, оно объединено с так называемым грузинским делом. И тут уже начинается бред, противоречащий всем законам физики. И, ну, можно об этом почитать только в научно-фантастических романах о путешествиях во времени. Вы понимаете, фильм «Анатомия протеста» утверждает, что в июне этого месяца господин Таргамадзе, грузинский агент, встречался с несколькими лидерами оппозиции. И там они решили организовать массовые беспорядки в мае. Вот как это могло произойти? Как связывается это июньский замысел Таргамадзе с беспорядками, которых не было беспорядков? Это первая реакция, я прекрасно помню, уполномоченного правам человека при президенте Российской Федерации, господина Лукина,
который не какой-нибудь там маргинальный оппозиционер, а мейнстримнейший, из мейнстримнейших деятелей. Он тот же вечер сказал, он был там, что там не было массовых беспорядков, там были явные злоупотребления насильственными действиями со стороны полиции и явные серьезные ошибки и провокации со стороны организаторов действий ОМОНа и полиции. В частности, там перекрыли доступ к площади, создали узкую горловину вдоль набережной и так далее. Ну и, наконец, такой вопрос. Может быть, он, конечно, второстепенный и скорее смахивает уже на окончательный маразм. Депардье в Грозном получил пятикомнатную квартиру, наш такой французского происхождения Мордвин. И там ему еще массу подарков всяких Рамзан Кадыров преподнес. Как вы это прокомментируете? Что это вообще? Ну, Аллах дает деньги, почему бы их не потратить? Это хорошо известная расценки Кадырова, там любая там, я не знаю, как Джоли или кто они, вся звезды, ну, миллион долларов получают за приезд на его концерт. Я думаю, что и пятикомнатная квартира – это не единственное, что… Ну, человек, ну, Депардье, ну, нужны деньги, наверное, ему. Нуждается человек, налоги платить не может во Франции. Ну, с одной стороны, абсолютный циник, конечно, или, может быть, уже алкоголь как-то действует на мозговые процессы. Но это с кем вы, деятели французской культуры? И последнее. Вы хотели сказать о грядущей культурной революции в России. Это культурная революция. Что вы подразумеваете? Ну, культурная революция не в том смысле, что будут сжигать, я не знаю, там Пушкина, как сжигали Конфуция, а культурная революция в смысле явного намерения Владимира Владимировича Путина зачистить номенклатуру. Примерно так, как это делал Сталин в 1937 году, ну, структурно. Но, конечно, это, так сказать, мягкий 1937 год. Исход Ядросов продолжит? Да, будут, да. И это совершенно верно. К вечеру это назвали исходом. И когда речь идет о исходе, естественно, спросить, а кто Моисей? Так вот, я настаиваю, что, конечно, не Алексей Навальный, а Владимир Путин. Это Моисей, который выводит партию жуликов и воров из Думы. И мысль эта ему запала в сознание давно. Ведь помните, он же создал еще в середине 2011 года пошлую конкурирующую организацию «Народный фронт». Вот я не исключаю вообще при продолжении этого процесса возможности досрочных выборов в Думу. Это, собственно, будет радикализацией и ускорением вот этого процесса исхода зажравшейся номенклатуры. Но они сейчас наштампуют те законы, которые нужны Путину, да, и да, он их выбросит. Да, и приведет людей вот откуда-то из вагон-заводов, которые, в чем стояла задача Сталина? Убрать людей, которые помнили его еще не совсем Сталином, а Джугашвили, вот, и набрать людей, которые могут только восторженно смотреть ему в рот, и которые не будут так уязвимы к обвинениям в многомиллиардном воровстве. Есть только одно маленькое «но» во всей этой операции. Я уже говорил об этом в начале нашей беседы, что отделить, оторвать себя Путин от коррумпированной элиты не сможет. Он настолько сросся, и в общественном сознании факт его личного воровства, ну, Путин Абрамович, Путин Тимченко, это самые яркие примеры. Поэтому его операция очень, очень рискованная. Спасибо вам, Андрей Андреевич, за ваши ответы на наши вопросы. Итак, 40 лет водил Моисей, известный библейский народ, по пустыне. Хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович водил своих ядросов пожизненно. И лучше в Сибири. Смотрите «Предвестник».